4 марта 2023 года, Великий Новгород, около 9 часов утра, аркада гостиного двора на торговой площади. Вот там, на той стороне, видна София, это уже на противоположном берегу реки Волхов. Ну а здесь, на торговой площади, ведутся какие-то реставрационные работы, видимо, готовятся к лету. Поэтому везде заборы, рабочие. Ну, что смогу, то сейчас сниму на видео. Это колокольня Никольского собора. И потом здесь было народное училище. Вот, видимо, слева корпуса этого училища. Церковь Жон Мироносец. Вот она. Сейчас здесь находится музей игрушки. Сейчас с другой стороны подойду. Вот эта церковь. Вход. Справа уже просто улица. Там дальше реконструкция набережной идет. Непонятная какая-то железка из стены церкви торчит. Вот он, Никольский собор. 1113-1136 год. Вот еще церковь. Сейчас подойду, сниму табличку. Церковь Прокопия, 1529 год. Дальше это уже Никольский собор. Колокольня Никольского собора и народное училище. Он там уже рабочий что-то делает. Точнее, сейчас 8:30 утра. Информация про Никольский собор. А это информация про работы, которые здесь сейчас проводят. Проведение работ по сохранению объекта ансамбля Ярославова Годворища древнего торга 12-20 века. Кирпичи. Еще церквуха. Сейчас подойду к табличке. Вон она. Там вот за забором наша гостиница. Там вот. Вот подхожу к табличке. Церковь Параскевы Пятницы, 1207 год. Кирпичи такие. Еще вон храм реставрируют, но это совсем мощно. Закрыли его лесами. Пойду посмотрю, что за храм. Еще раз. Вся торговая площадь с церквями. И вот там вот справа, туда, аркада гостиного двора, река Волхов. Там детинец, куда мы вечером ходили вчера. Ну, вон какая-то табличка. Сейчас посмотрим. Церковь Успения на Торгу, 1135-1144 года. Вот так она должна выглядеть. Там вон еще какая-то церковь. Не пойду к ней потом. Ну вот это Успение на Торгу. С этой стороны тоже в лесах. Поэтому сейчас непонятно. На картинке выглядит красиво. В общем, ансамбль Ярослава Городища и древнего торга реставрирует. Думаю, к лету он будет очень красив. Сегодня 4 марта 2023 года. Улица Ильина. Здесь вот, вон там вот машинки наши стоят. И отель Рахманинов. Очень место выгодное с точки зрения расположения и погулять по центру.